перекинешь нашего гостя? Перекинул. Ну что, легенда, что ты хотел обсудить? Я думаю, надо хотел обсудить. А вот. Отлично. Ну сейчас, да, ты же хотел. Отсек, я дослушиваю охуенную историю про салат, а погоди на стриме. Мне просто очень интересно, сейчас секунду. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, здорово, Олег, здорово, Усов. Привет. Здорово, кастер, блядь, перекастер. А что хотел-то сказать? Я сижу там в чатике, давай ДВП, давай, давай, давай ДВП, давай, хули, блядь, давай, нахуй, все давай, вот, дал, ебать. Я слышал, что ты хотел что-то там побеседовать, не знаю, блядь. Не, ну, в принципе, я хотел сказать, конечно, что я, в принципе, вот тебя, елать, нахую вертел, да? Ну, объективно, то есть, полностью. Потому что такое ЧСВ, блядь, оно никак не соизмеримо с твоей внешностью, блядь. И, в принципе, даже с твоей игрой. Вот, еще хочу сказать, что Олежка красавчик, вообще топ. Топ КЛ, что я видел. Ну, может быть. С одним спасибо. Только может поспорить. А Усач тоже красавчик. Ну, ЧСВ, походу, тоже шкалит. Я не знаю, может, вы чпокали друг с другом. Или он тебя, или ты его, хуй его знает. Вот. А так молодцы, ребята. Давайте, давите. Не фейлитесь только. А что, это все? На что ты способен? Не-не-не-не, я же жду, блядь, ответочку. Вы ж любите это слово. Ответочка пошла, блядь! Завози. А почему Усач? Хуй знает, фотку смешную видел, пиздец угорал. Ну, без обид. Усы просто ебать смешные. То есть у тебя усы не растут, и ты троллишь человека из-за этого. Не, почему? Растут, ну тоже смешные, если честно, не очень, блядь. Поэтому я их брею нахуй обычно. Ты лучше расскажи нам, как твои успехи, ты делал такие громкие заявления, что ты придешь, исправишь ситуацию после Гранд Кайн, да и на Гранд Кайн ворвался, у тебя там подписи «Я легенда», Lineage 2. Да, да, безусловно, да. Я легенда Lineage 2. Это как бы факт. Спасибо, что напомнил. А что поправлю? Я исправлю ситуацию внутри пачки, которая была на ГК. В принципе, я исправил, я доволен. То, что есть ребята, которые играют как бы четче, блядь, лучше, ради бога. Это всегда приятно, когда есть кого догонять. Чё, ссу на лицо вашим этим всем остальным пакам? Ну, мне нормально, в принципе. Пэрюсь от вас. Нормальная игра. Лучше, чем на ГК даже. Ну, я думаю, что лучше, чем на ГК, потому что здесь намного ниже общий уровень пати, и они намного слабее. Поэтому твой пак способен кого-то здесь убить. Насколько я понимаю, на ГК сколько ты ПВП набил? Не-не, братишка, убиваю, заметь, всех, кроме вашей пати, не кого-то, это разные вещи, понял? Всех, кроме вашей пати. Вот так вот. Поэтому моя пачка сейчас топ-2. А то, что здесь конкуренция была меньше, это правда. Это правда. В среднем уровень игры, естественно, заметно ниже. Хотя бы из-за европейцев, как минимум. Не беря уже русских в расчет. А ПВП мои нормально на ГК? Нормально. Я рад, что ты помнишь эту цифру. Безусловно, мне это льстит. Не, я не помню. Я помню, что... Сколько напомни? Долго-долго скибали на это. 140 было. Где-то так. За сколько? За полгода игры? Это я не знаю. Я просто помню, сколько было примерно. Если я ничего не путаю. Сто пятьдесят, блядь, 2, по-моему, когда я последний раз на Чара заходил, было. Ну там хоть 120, хоть 130, хоть 150, хоть 200. Особо смысла не меняет, это правда. То есть ну, ПВП набито было мало. Что то есть? То есть ты считаешь, что вот это вот хороший показатель после того, как, ну, ты пришел, назвал себя легендой? То есть ты назвал себя именно легендой. Для а ты знаешь, 2? Что такое легенда вообще, нет? Конечно, конечно. Я вообще удивлен, что есть понятие легенда при жизни. Ну да ладно, давай, рассказывай. Есть, есть. Есть такое, есть. Легенда и действующий чемпион, друг мой, это разные вещи. Это нужно уметь отличать.
Нет, ну просто ты пришел, ты так себя позиционируешь, что позиционировал на Гранд Кайне, рассказывая о том, как вы будете все гнуть. Пришел сюда на скелте, рассказывал, в принципе, то же самое. В каком месте я рассказывал, что мы на ГК будем всем гнуть это? Можно На первых вырезочки твоих там какие-то, стримах не где-то знаю. что-то такое было, насколько я помню. Мы еще с этого угарнули в какой-то На первых момент. моих стримах через 3 недели после старта сервера, ты имеешь в виду, да? Когда я только А, играть я вот не начал и помню, если обещал честно. всех погнуть. Мне Я вот... кажется, дружище, у тебя чувство юмора просто маленько, ну, недоразвито. То есть у Причем есть тебя там, мое когда чувство очки юмора. Я распределяли, стараюсь с я тобой тебе сейчас говорить объясню. конкретно по фактам. Я тебе конкретно по факту говорю. Когда при создании тебя, блядь, распределялись очки, понял, слишком много на ЧСВ потратил. На чувство юмора не осталось. Вот. А почему не осталось? Потому что то, что люди говорят на стриме, это, знаешь ли, не всегда правда. Может быть, я тебя немножко огорчу, но стримы — это разновидность шоу-бизнеса. И в шоу-бизнесе люди хотят получать какой-то фан, веселье, удовольствие, блядь. Если я буду говорить на стриме: братишки, я пришел на этот сервер поиграть лайферком, короче, понемножку, по 4 часика, также, короче, посасывать каждый второй хуец на сервере по той же причине, да, которые играют, блядь, там в 2 и более раз больше. Вот так мне, блядь, людям говорить, чтобы они смотрели, как ты думаешь? Естественно, они хотят услышать какие-то, блядь, далеко идущие планы, там еще какую-то дрочь, чтобы им было интересно в следующий раз прийти посмотреть. Вот такие дела. И тебе, кстати, советую, ну, немножко включать иногда соображалку и на стримах там говорить одно, а по факту другое, понимаешь, думать. Ну, прости, у меня с тобой немного разные взгляды на тему того, что если я что-то стараюсь говорить, стараюсь это и делать, а не устраивать из этого какое-то шоу и показуху. Я не делаю из своих стримов элемент шоу-бизнеса, не развожу народ, не срубаю с них бабло, не кидаю никого и так далее. Это уже твои прерогативы, извини. Ну именно поэтому, блядь, понимаешь, именно поэтому я на стримах зарабатываю деньги, ебать, а ты позируешь своей охуительной эмалированной прической, понимаешь? Для тебя стримы — это развлечение, для меня это работа. И отдача, соответственно, разная. Точно так же вы в линейку сидите, работаете, базару нет, вы нормальные бабки там имеете. А мы нет. И по той же самой причине, потому что для вас это работа, для нас это игра. Почему? Ты же сказал, что ты сюда собираешь там посменно много-много людей, что у тебя будет тут... Мне бы хотелось, мне бы хотелось, друг мой, мне бы так хотелось. Но мне не вышло. Сейчас хочется, понимаешь? Не вышло. Почему же не вышло? Сейчас, извини, парик разберу, короче, расскажу. Секунду. Неудобно забиндил, блядь, кнопку, пиздец. Сейчас вот. А, ну пока в топчик-то это... А Шон не убивает? ДВП раз на раз. Без вас и гаража нет. Ну вы же тоже самоните Марсов там всяких. Тебя неверно информировали. Так зачем информировать, если я фрапсы вижу? Нет, подожди, то что какой-то хуй дрын появился, короче, там же, блять, и дерется, это значит, что мы его сумонили? Но он дерется 2 ПВП подряд, вы его хилите, бафаете. Ну, тебе мувик, что ли, скинуть? Я, кстати, тоже видел. Не-не-не, зачем мне мувик? Шутки. Зачем мне мувик? Нет, ну типа, если бы он пробегал мимо там и кинул стан тебе, никто бы ничего не сказал. Не-не, он пробегал мимо и увидел хуесосов. И решил помочь им их отпиздить, как любой нормальный человек, понял? То есть порядочный чувак бежал по дороге в АБГ, смотрит, нормальные пацаны с хуесосами дерутся и думает: а ну-ка я помогу. И помог, ебать. Потом уже пообщались, там, здоров, жили-были, как сам. Он говорит: пацанчики, ну было заебись, пока пизды вот только что не дали. А говорит: есть варики отомстить, блядь? Я говорю: конечно, нахуй. Пошли еще раз пизды получили. Ну ничего. Видимо, 72-й заряженный некр сильнее, чем 70-й ВЛ. Вот и все. Ну так это не значит, что вы их убиваете.
Это нет, мы их убиваем, это немножко значит, лицемерно, что... по-моему, тебе так не кажется. Не, мне так не кажется, потому что ты выдернул из-под пальца, есть. Блядь, последние какие-то, блядь, замесы, где Марс этот забежал, но не учитываешь все остальные замесы, где мы Шона без Васи Гаража в составе пиздим, собственно говоря, в основном в сухую. Не просто пиздим, но они вас а тоже убивали. Точно с так же, гаражом. Как ты говоришь. И без Васи нет, Гаража. Нет, 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 нет. Так я могу же, изи, я могу изи замазаться с ними на одинаковых, короче, условиях, могу замазаться с ними, понял? И замутить ГВГшечку возле Адена. И все встанет на свои места. Причем готов сделать это даже на бабки. Пацаны, а чё вы Андрюшку из-под шконки вылезли? Пацаны... Это что за хуй шот, ебать? Это шот. А, Шон, ебать! Здорово! Чё такое? Что ты вообще не красиво разговариваешь. Ты ещё скажи, что мы вас не пиздим без Васи, ёпта. Ну, бывает, 50 на 50. Чё тут скрывать? Я ж не пиздовал. Не, ну 50 на 50 это по твоей версии, блядь. На самом деле где-то, я бы сказал, 70 на 30. 70 на 30 по моей, братан. Без Васи. Откуда у тебя такая версия? Ну, к сожалению, я не записываю, но фрапшу все ПВП. Поэтому из всех фрапсов, учитывая, что я там мувик потихоньку рендерю не спеша, доделаю, может, на днях, я знаю, сколько у нас побед, сколько поражений от вас. Так ты понимаешь, что как бы твои победы начали получаться, когда я вытонул некоторых людей, ну, просто мы расстались. И у нас некро не было, и спелл был 56-го лэ. Очень а интересно. Потом нам комеди дал некро 60-го лэ. Очень, очень интересная история, друг мой. А давай я тебе расскажу теперь свою. А спелл 56-го левела не хуярит флешками, это инфа номер один. Инфа номер два. Так, ну если он выкачался тогда в ближайшие дни, это не обозначает, что он были не был 56-го. Не-не-не. Когда было оба некро Не-не-не. На месте, ты проиграл 6 Не-не-не. А потом Не-не-не. Пошел. Подожди. Мы все-таки в разные игры на разных серверах играем еще 5 секунд. Как, ну как раз. Ну скажи, что не так. А на следующий день ты пришел ганкать там, сколько, в 13 человек. И да, мы начали проигрывать, но не так, как ты сказал, 6-1 или сколько там, 8-0. У меня на канале больше 9 человек не было уже больше месяца, так, чтобы ты понимал. 13, ебать. Ну я не знаю, как бы в пати же персонажи бегали, рез. Шилки там всякие разные. Нет. Или как, этого нет? Шилки нет, как это нет? Ты мой пак со своим путаешь, видишь, в чем дело. А твои шилки, не, да, то, резали. То, что у меня оконные шилки нет. Есть, и во время PvP их логинят, чтобы резнуть, это было пару раз. У тебя же именно жилые люди. А я так не делаю, поэтому нет, нет. Ну как ты не делаешь? Ты опять обманываешь. Зачем ты обманываешь? Нет, нет, нет. Нет, братишка, посмотри сейчас ссылочку в чатике. Это, короче, ролик. Это мой ролик с того дня, где мы с вами месились 8 раз, и 6 из них дали вам пизды. И тогда у вас Спелс уже хуярил флешками, во-первых, хуярил флешками. Ну опять ты обманываешь, 8 раз ты дрался, 6, если мы только 4 выигранных PvP выложили. Как ты мог? Не, я не обманываю, я не обманываю, ты же понимаешь, что не каждый раз, когда ты видишь Якомита, это... Да если правда, даже не знаю, на ком ты... Ну, я тебе как бы намекаю, что у меня ребята и без меня дерутся, понимаешь? Ну я тебе тоже как бы намекну, у нас бывают люди, которые приходят первый раз на профах, садятся люди и просто помогают. Которые yeah. год играли, пришли, первый раз на ВЛ сяли, сели как бы, проиграли в ПП, это такой радость. Ну в принципе, как и... Да хуй знает, как бы после ПВП с вами, у меня кажется, что там на ВЛ хуба таких. Вот, причем, как бы, Андрюш, первый я раз каждый немного день тебя перебьют. Ты прости, пожалуйста, я тебя лишь уточню. Ты вот гонишь на спалсингера, который на 56-м флешку не юзает, но это, скорее всего, по причине того, что на 56-м левеле ее просто нет спалсингера. Так, можете продолжать. Не-не, причина того, что ты сейчас сказал, видимо, такая, что ты долбишься в уши. Потому что я сказал, что спелс Шона юзает ебаную флешку и в этот день, и за день до этого, и за 3 дня до этого. Потому что мы с палилок смотрим за Шоном, постоянно поглядываем, где он. И видим, блядь, когда у Спелса появилась флешка.
То есть я знаю, когда твой спелл сапнул 58-й, понимаешь, в чем дело? Это несложно догадаться. Когда начал хуярить флешками, все изи. И это было числа, я тебе так скажу. Ролик каким датирован? Он уже давно, мы как бы давно уже нормально не качали. То твинков качаем, то еще что-то делаем. Не, ну классные вы, на самом деле зря ты вот это пиздеть по мелочи начал какой-то, выигрывали, не выигрывали. Не, ну просто ты хочешь, как бы начал, будет 50 там, на 50. И так далее, тебя ж никто не хуесос, хуесос это потому, что ты про шконку что-то там сказал, понимаешь? Я же не знал, ну, что да, это... Да, ты-то как бы начал это первоначально. Подожди, подожди, шутки про шконку это типа не начал? Не, началось ну, это когда мне дали стандарты. Ссылку на стрим, и ты такой на стриме говоришь, тут пробегают какие-то хуесосы и какой-то поц там, ебать, непонятный, которого подговаривает то Пуха, то ты, блядь, пробегал да мимо. Да я понял, чисто ебать, случайно, хорош, и решил пиздить хуесос. Ебать, хорош, вы походу там жахаетесь в одну десну вообще на троих вместе с Камеди, блядь, и с этим... Сука, как его, блядь, скрашиваем. Ты чё, пробитый алкаш, ебать, ты охуел, что ли? Вообще? Ебать, блядь, покажи мне злость! Усач, покажи мне злость! Давай, блядь! Давай, рейдж, блядь! Что ты скидываешь на друга? Ты же зэк ебаный, понимаешь? Ты ничтожество. Тебя долбят в твоей, блядь, хате, блядь. И тебя долбят сейчас. И тебя будут долбить всю твою жизнь, никчёмно. Иди побирайся, блядь. Подожди, подожди, ебать, подожди, подожди, записываю, ебать. Уроки развала... От усача ноулайфера. Подожди, ебать, сейчас заголовок допишу. Продолжай, давай. Я уже все, в принципе, сказал. Ты можешь выводы сделать и идти дальше долбиться со своими петухами, блядь. Андрюша, а ты на полставки клоуном подрабатываешь? А ты так же смеялся, псина, когда тебя в очко долбили на хате? Или нет? Или по-другому было? Ебать, и у этих пацанов не горит, блядь! У них, сука, не горит вообще, сука! В смысле? У меня ко всем пидорам такое говорить? Отношение, как бы. Да почему мне должно гореть? Не понимаешь? Это не я, понимаешь? Это как не это я же тебя гореть? Пробиваю в ПМ, когда, блядь, становлюсь на спот. А чего мне должно гореть? Вот ты ладно, мне скажи, ебать, то, что мы два дня не покачали? Шон, не пились в это дело, ебать. Пизду, потому что я сейчас собираюсь... Не, ну короче, ты просто блядь, как бы, если ты кому-то что, какая-то что, личная что, неприязнь, не надо что? Привязывать тут всех и начинать как бы... Да я, нет, по-моему, тебе как бы... никакой неприязни, я тебе о том же. Благодарен, что ты еще не оправдываешься, я не понимаю, нахуй ты оправдываешься, петух? Закрой ебало, я не с тобой говорю, слышь, дичан, нахуй, натуре. Ты что, блядь, свои с тобой вообще никто не разговаривает, понимаешь, тебя да пиздят ногами, потому что ты тупое очко, рваное тупое очко, блядь. Не горит у них, сука! Удачи, ебать, десна не разбейте себе, ебана, давайте.